Здравствуйте, дорогие зрители! Вновь с вами Умная Пена. Надеемся, что вы уже запаслись попкорном или хотя бы налили себе чашечку кофе. Начнем с новости, которая в тренде мировых тенденций, новейших тенденций. Мексиканский актер Себастьян Легарде объявил публично о своей гомосексуальной ориентации. На это его подвигнул поступок Рикки Мартина, да и молчать бедняге надоело. Для тех, кто работает на телевизоре, это тайны никогда не было, но публичное заявление такого рода – это сильно. Мексика-то страна гомофобная, и Себастьян совершил своего рода героический просто поступок. Он сказал, что он гордится тем, что он гей, и плевать ему, что там по этому поводу разные гомофобы думают. Ну-ну, наплюется. Еще одна новость из этой серии. Мария Селеста Фернандес, та самая, которая отравила Габи с паники и обвиняла ее в домогательствах, вернулась в тюрьму. Знаете почему? Нет, ее не посадили. Она вернулась туда, чтобы сочетаться браком, то есть выйти замуж с Адрианой Санчес, которая села в тюрьму в 1978 году за двойное похищение. Кошмар! В этой тюрьме подобный брак между лицами одного пола происходит первый раз. Ну что тут скажешь, совет да любовь. И становится ясным, почему Селеста развернула такую бешеную активность после выхода на свободу. Денежки пыталась рубить на семейную жизнь, а вы что думали? Человеку замуж надо. Теперь Габи Спаник может просто гомерически хохотать над девицей и ее главной защитницей Кармен Салинес. Вот. Ну а Кармен тут уже нечего сказать. Грандиозный конфликт приключился между Кристианом де ла Фуэнте и Марком Татчером. Оба актера принимали участие в антрепризе. Слово такое классное. Департаменто де Сольтерос. В ссоре, которая чуть не переросла в драку, обвиняют Марка. Якобы он абсолютно невыносимый, капризен, ко всем цепляется и так далее. Причиной называют то, что Марк внезапно обнаружил, что Крису платят больше, и страшно разозлился. Кроме того, Марка ужасно раздражали постоянные опоздания Кристиана. Во время представления он стал произвольно менять реплики, а Крис среагировать не успевал. Тогда де ла Фуэнте предъявил претензии Тэтчеру. Тот съязвил, что актеры должны уметь импровизировать. А если, мол, ты не умеешь, то ты фиговый актер. Дело там чуть не дошло до драки, и продюсер решил Тэтчера уволить. Вот так, не суйся к знаменитостям, дорогой. Дорасти до уровня Кристиана. Вместе с ним из антреприза ушла и его невеста Сесилия Галлиани. Замечательная девушка. Думается, что оба хороши. Крис тоже не пионерка из майской сказки. Он чуть был не подрался в свое время с Эдуардо Янисом на съемках «Дикого сердца». А на съемках «Амор Бравио» доставал режиссера и всех товарищей своей манерой опаздывать на съемки. Крис мотивировал это тем, что он звезда вообще-то. Работал в Голливуде, и поэтому ему нужно больше времени на приведение себя любимого в порядок. Вот так-то. Ходят слухи, что роман между Арасели Арамбулой и Себастьяном Рули скоро может закончиться. Якобы Себастьян приревновал ее к партнеру по новелле «Ла Патрона» Хорхе Луису Пила. Химия между ними слишком хорошая, на взгляд аргентинца. Я бы так не сказала, но... Другой причиной называют стремление Луиса Мигеля вернуть себе мать своих детей. Посмотрел он на Арасели со стороны и решил, что такая корока женщина и самому пригодится. Ну, ему виднее. Вот она, актерская любовь. Сегодня есть, а завтра тю-тю. Ну и напоследок, хотим показать последние фото Пенелопы Крус, которая ждет того ребенка. Видимо, роды уже не за горами, но Пенелопа чрезвычайно активна и энергична. Во всяком случае, пока она еще так это ловко бегает пузом вперед. На сегодня все. Оставайтесь на нашем канале, потому что вам всегда расскажут тут самые свежие новости и сплетни и познакомят с последними выходками в латинском шоу-бизнесе. Пока!